После двух поражений на старте отборочного турнира чемпионата Европы от команд Молдовы и Болгарии, сборная Грузии наконец-то порадовала своих поклонников. Блестяще сыграли в составе хозяев легионеры Кетсбая, Гугричианец, Хададзе и Чехрадзе, а также диспетчер Кинкладзе. На 31-й минуте Кетсбая красивым ударом забил первый мяч в ворота гостей. Через 10 минут Кинкладзе вышел один на один воротам валийцев и провел второй гол. В начале второго тайма гости пытались контратаковать, но усилия Саундерса, Раша и Хорна не привели к успеху. На 50-й минуте Кетсбая примерно с 18 метров красивым резаным ударом довел счет до 3-0. Через 10 минут Гугричиани провел четвертый мяч в ворота гостей, а на 67-й минуте Шот Арвеладзе довел счет до 5-0. Тенгиз Бачкурия, Нукзар Кириселидзе и Алекс Гордиенко из Тбилиси специально для футбольного клуба НТВ.